чем провокация? Ну ты так сказал, ты здесь говоришь, видишь, в чем провокация? А здесь вот наша провокация. Одна сплошная. А здесь одна сплошная провокация. Кстати, быстрее играете, что? Ну давайте попробуем в этом. Может быть, нас... Нет, вы уж лучше скажите что-то. Темп, который... Ну, давайте может... попробуем в этом. Сейчас, нас там даже сейчас... Лучше. Нет, чуть-чуть, мне кажется, надо ее... Она подходит. Спокойной ночи, господа, спокойной ночи. Ваш день прошел, а ночь... Спокойной ночи, добрых снов для всех знувших. Спокойной ночи, господа, гасите свечи. Окно раскройте, за окном прекрасный вечер. И если некому вас обнимать за плечи, завтра будут встречи, и будут ангелы летать над вашим домом. Луна рассыплет жемчуга из-за порога. Спокойно будет и тихо ночь не до дрога. Да будет мир вам и покой. Усните с Богом, да будет мир вам и покой. Спокойной ночи. Ну, по крайней мере, если вы хотите, мы это уберем, но там два такта пауз. То есть раз, два, три. Ну, если как сейчас, 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 секунду, смотри, 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 смотри. Раз, два. Just
я не стал... Нет, кстати, нормально ты. Нормально? Я не стал переключаться на скрипки, может так сказать. Как вам отец? Все замечательно, в общем-то.